В Монино на улице генерала Белякова, 3, прошло торжественное открытие мемориальной доски, посвященной герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации, доктору географических наук и участнику беспосадочного перелета через Северный полюс в 1937 году Александру Васильевичу Белякову. Он жил в этом доме с 1945 по 1960 годы. После войны Беляков был начальником штурманского факультета военной воздушной академии в Монино. На мероприятии собрались почетные гости, представители администрации городского округа Щелково, депутаты Совета депутатов, участники Совета ветеранов рабочего поселка, юноармейцы, сотрудники Дома офицеров и жители. Чтобы наше молодое поколение помнило все те славные подвиги, которые совершили эти легендарные люди. Хотел бы всем пожелать продолжать эти традиции, передавать их от отца к сыну и дальше по другим поколениям. Потому что если мы забудем свою историю, эту историю напишут за нас другие. Праздничный день. Мы чествуем память героям нашего Отечества. Традиция сохранять историю Отечества в нашем авиационном Монино очень правильное и настоящее. Именем Александра Белякова названы остров в Охотском море, горный пик в Дагестане, школа в Ногинске, улицы в Москве, Новосибирске, Рязани, Могилеве и многих других городах, в том числе в Монино. В Москве и деревне Починки на домах, где он жил, установлены мемориальные доски. Теперь такая доска есть и в городском округе Щелково, что очень важно и памятно для всех жителей. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.